Из бюджета Тверской области выделено около 7 миллионов рублей на поддержку в 2019 году 8 поисковых объединений. Средства предназначены для возмещения затрат поисковиков по выявлению неизвестных воинских захоронений, установлению имен солдат-офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны и пропавших без вести. Субсидии направит Ржевской общественной организации военно-исторический поисковый центр «Память 29-й армии». Тверским объединением «Витязь и за Родину», Зубцовской поисковой организации «Долина», Молодежному культурно-историческому союзу «Звезда», Военно-патриотическому клубу «Русь», Центру «Подвиг». Поддержка области позволит провести более 50 экспедиций на территории Верхневолжья. Всего в этом году запланировано 133 поисковых экспедиции. Областная субсидия также выделяется Российскому военно-историческому обществу на международно-военно-историческую экспедицию «Ржев-Калининский фронт».